И морской праздник на набережной лейтенанта Шмидта. В эти минуты там торжественно открывают петербургский этап международной регаты учебных парусников. Еще накануне они пришвартовались в северной столице. Так что теперь в акватории Невы настоящий лес мачт. Ведь в этой регате почти сотня участников. Многие парусники сегодня открыты для посетителей. Впрочем, у петербуржцев много развлечений и на берегу. Клоуны, цирковые велосипеды. Прямо на открытом воздухе художники рисуют морские пейзажи, играет духовой оркестр. Поприветствовать участников регаты приехали первые лица Петербурга. Они пожелали юным морякам удачи и попутного ветра. Правда, паруса участники регаты поднимут только во вторник, а на ближайшие 3 дня для них подготовлена богатая развлекательная программа.